Костик. Костик такой набитый. Всем привет! С Новым годом! И добро пожаловать в новую рыболовную серию. Серию 2024 года. Начинаем наш сезон. Сегодня нахожусь я на Ливадии. В общем-то, еще пока праздники. Машину смысла нет брать, потому как можно лишиться парковочного места. Вот. Сегодня я в компании с Nautilus Verona ASP. Тест от 5 до 25 грамм. Длина удилища 2,62 и быстрый строй. А также от Nautilus катушечка Aver 3000. Уже пользуюсь, да блин, наверное, на протяжении там месяца два, может быть и больше. И честно вам сказать, никаких проблем нет. Единственное, что только смазал лескоукладывательный ролик. Все. И дальше работает, ниточку улаживает вообще на изи. Выброс хороший. И еще сегодня взял поплавочку, попробовать на нее, что из этого получится. Я думаю, вы это все увидите. Вот. Сейчас я вот даже не знаю, с чего начать. Если вам видно, вон много птицы сидит на воде. Не знаю даже, куда приземлиться. Море немножко колбасит. Людей практически нет. Думал, может быть, на последний бунт пойти попробовать. Хотя там кто-то стоит. В общем, не знаю, что и делать даже. В любом случае, где-нибудь сейчас, да, приземлюсь. Ну, а вам, как всегда, приятного просмотра. И да, кстати, лайк авансом приветствуется. И не забывайте подписываться на телеграм-канал. Ссылочку я оставлю внизу под описанием ролика. Не захотел я там на тот бун идти, там уже стоят, да и эти буны заливают низкие. Пойду я, короче, вот на тот самый длинный и попробую оттуда. Водичка немножко бирюзового такого цвета, вчера так подколбашивала. Ну, я думаю, это, наверное, не будет мешать нашей рыбалке. Сегодня у нас температура плюс 12 градусов. Это в тени. Ну, а на солнышке, думаю, наверное, все плюс 16, а то, может быть, и 20. Я думаю, сегодня солнышко вылезет. Вот, смотрите, какая красота открывается. Просто шикарнейший вид. Класс. Ну все, пришел я на точку дислокации. Сейчас буду раскладываться. Вода очень интересного цвета. Не знаю, камера передаст, не передаст. Вот. Ну реально, ребятки, такая красотень. Утро. Ялта. В общем, все, полетели раскладываться. Thank you.
В общем, дела у нас обстоят не слишком хорошо. Я уже здесь провел около часа, может чуть больше. И что? Ни одной поклевки, ни одного удара я так и не увидел. Не знаю, сейчас еще немножко постою. Да буду, наверное, перемещаться в сторону Ялты. Туда Качефе, вот, Левант, не знаю, буду пробовать там. Так что вот такие вот, друзья, дела. Стараюсь для вас запилить как можно больше материала. А рыбы-то нет. В общем, вот такие вот дела. И ветер. Ветер поднимается, порывы такие не кислые. В общем, сейчас что-то будем думать. Интересный цвет моря. И вот он, ветерочек. Порыв. Ну, он наживка как была, так и осталась. Попробуем там. Ай, ай, ай. Если нет, тогда перестраиваюсь на донную снасть. И все. Чем зашел, узнал у рыбаков. Результатов ноль. Сейчас отрешил перейти на летовский бум и попробовать с него половить. Море вроде как здесь намного чище. Посмотрим, что там. Давненько я здесь не ходил. Такое заброшенное место. Так, а как там мне пройти? А, мне сюда надо идти. Я уже даже и забыл, как здесь ходить. Сюда идти, а потом по камушкам. Сколько хожу в это болото, смотрю, ни разу рыбы не видел. А это когда последний шторм был, смотрите, куда мусора понабивал. Это ж сюда вода заливалась. Офигеть. Да, здесь вода намного чище. Сейчас попробуем с того буна покидать. Блин, по камушкам, по камушкам. Может, и пилькер удастся здесь размочить. Что-то вообще последнее время пилькера здесь не работают. Я утром шел, здесь люди стояли. Я думаю, пойду прогуляюсь на леваде. Теперь одним броском нужно залезть. Опа. 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 Отлично. Все, и будем сейчас пробовать. Че нам стоит дом построить? Сейчас куда-то сюда поплавочку брошу. И все. И будем ждать рыбных успехов. И все.
Ну туда не получилось, кинули сюда. Пускай стоит. Идем пилькер побросаем. Странно, почему он здесь не хочет, а на Алуште вчера, позавчера он берет. Может, градусы воды влияют. Но здесь 12-11 градусов. Там я, кстати, не знаю, не смотрел. Парадокс какой-то. Не хочет он. Что, ребят, еще немножко постою, покидаю, посмотрю, что с этого получится. Да, потихонечку буду мотаться. В принципе, что, не за рыбой это ходим, правильно? А вот насладиться вот этой всей красотой, этим воздухом, этим теплом, этим морем. В общем, рыбалка, я думаю, буду довольна. Так что немножечко еще половлю. В общем, друзья, завершил я свою рыбалку. В принципе, что? Удовольствие получил, на природе побывал. Такой красотой полюбовался. У кого-то сейчас зима, у кого-то снег. Здесь плюс 12. И, в принципе, рыбалка летняя. В общем, кайфанул от души. Кому понравился такой видеоролик, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Ну и пишите ваши комментарии, где клюет рыба. И я к вам приеду. В общем, с вами был на канале Стик Барди. Еще раз всех с Новым годом. Желаю в этом году терпения, добра, удачи, душевного тепла, семейного благополучия. Ну и как же без здоровья? Здоровье самое главное. Так что все, друзья. С вами был на канале Стик Барди. Всем добра-бобра. Пока увидимся в новой уже серии о рыбалке. Надеюсь, она будет